пойдем посмотрим. Ага, вокруг обойдем. То есть тут была такая история. Она, ну, она осталась там. Мы отъехали. Мы посмотрели с разных проекций. То есть эта фигня висела над ней, мы отъезжали, она висела над ней, она ее видела, что она над ней не движется, а мы видели, что она на ней осталась. Угу. Как бы. Я не знаю, что это. И не страшно было? Нет. Вообще ни страха, ни паники, ничего. Совершенно никаких ощущений. А не... если там лучи какие-то. И ну... пятно осталось много. Это было бы тогда уже печально. Это было бы уже печально, но в тот момент. То есть мы когда приехали, мы даже ну, мы не понимали, страшно это, не страшно, инопланетяне. То есть это просто вот, поэтому ощущения такие остались, что как бы вот что-то такое. Ну вот, к сожалению, блин, не понять нам, что это было. Но вот из того, что я вижу, что второй этаж это все новодел. Лепили, потому что уже другая геометрия окон, уже вот эти вот какие-то декоративные элементы, почти не соответствующие архитектуре. Угу. Вот первый этаж это старинное, а вот уже второй этаж это все. Но если это была оранжерея какая-то, то может быть здесь и было даже отсюда пристройка снизу. Ну как-то странно, здесь все-таки низинка. Мы одно время увлекались вот этими всякими явлениями. Даже ездили в Нехрамскую аномальную зону. Ходили, исследовали. Так ничего и не почувствовали. Ну видишь, я так думаю, что это всегда бывает в те моменты, когда не ждешь. Когда ты не готов. Поэтому это и впечатляет. Как вот мы в пещеры поехали, по-старецки, да? Все там ходят просто так. Я взял музыку, светомузыку туда, под музыку, там так весело, так офигенно. А там все ходят так тихо, чтобы да. Мало ли обвал там или что-то. Поэтому зимой в основном ездят, потому что летом, весной могут быть обвалы. Вот мы были последний раз уже в самой Старице, там где бетонный бункер сделан, как вход, сельцо. Вот там, да, там конечно обвалы. Очень-очень-очень-очень. Там мышки, это сказка зимой. Они такие классные. Мышки, да. Их трогаешь, они дрожат все. Да, и так вот они шипят на тебя. И на каждой мышке такая нарость в виде ледяной корки. Да, они почему-то все влажные, все мокрые. Конденсат на них шли сюда. Мы дышали. Дышит свет. Один из наших взял мышку. Мы его ругали, а он не послушал, домой привез. Не знаю, жива ли или нет. Да нет, я думаю, что сразу. Так не раз записывался. Говорит, что бананы кормит. На бананы не выйдет. Я так чисто случайно привез две ящерицы домой. О, какая большая. Тысячака. Вот, ну в общем тут смотреть нечего. Да. Вот это наверняка искусственно. Сделано ступенями, как какое-то патио. Крестьяне лопатами вручную за неделю выкопали, ходили деревья, причем деревья такие тоже не очень старые, лет 100 им. И может даже и меньше. Берново есть старые деревья. Красивое место очень. Это вот что-то должно было быть, какой-то элемент. И кирпич современный. То есть может быть вот этот выступ, сюда выходящий наружу, уже был сейчас сделан. А изначально это было прямая. По-другому она смотрелась, соответственно. Оконные проемы отличаются. Ну это все полностью отреставрировано. Где прямоугольник?
В общем, ничего интересного, все новодел полностью. Конкретно? Да, и вот это все, вот то, что ты сейчас фоткаешь, это какая-то, знаешь, там 80-е годы наштамповали. Ну, колонны, я смотрю, 2 куска трубы. Да, 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 то есть это 80-е годы, какие-то просто элементы. С той стороны даже смотреть не на что, на этот дом. Верно как. А? В одном источнике читал, здесь есть камни-следовики. Такие камни со следами человека. Да. Нет, я не верю. Говорит, что след Богородицы. Нет, это все. Ну, кто хочет, пусть верит, кто хочет, пусть не верит. Это же прикольно. Ты видишь, что как бы... Это Цыганову скажите, что это дело лично каждого. Старый заядлый артист, прагматик. Ну это все какое-то совсем современное, реконструированное. То есть я думаю, что это вообще там. Что-то малые Карелы не сравнятся. Механическая обработка, машинная. Жили мало в Карелах, вот потом. Кира, не подходи. Из Архангельска. Пишет знакомый, вот у нас малые Карелы, у вас Василёва. Угу. Я думаю, вообще едешь, смотришь, что такое Василёва. Мне вообще даже не сравнить. Невозможно. Машинная обработка. Малые Карелы тут. Лет через 50 от этого дома вообще ничего родного не останется. Будет сохранен просто облик, а все материалы уже будут современными. Думаешь, Кремлевская стена? В ней много кирпичей старых? Нет. Со стороны Александровского сада там вообще сплошной новодел. Ну, это я не могу сказать. Я там не был. Ну, я на Красной площади не был. Почему я не удивлен? Догадайтесь, кто архитектор.
архитектор этого моста. Кто? Львов. Львов. Ага. Предлагаю вниз пойти. Реке? Да, посмотреть. Самое-то главное, как он сделан. Оп. Я думаю, у каждого камня можно поставить свой велосипед. Лучше отсюда фоткай. Отсюда намного более эффектно. Да? Да, ну там сверху ничего не видно, а здесь видно просто... На самом деле, ну ты потом спустишься в любом случае. Совсем речка присохла. Ну, это какое-то болото даже. Я такое чувство, что это все восстанавливали. Вот этот мост? Да. Потому что вот эти камни выпадающие. Ну, да... Такое ощущение, что если бы он начал разрушаться, то он бы разрушился. Потому что вот насколько я вижу, вот все держится замковым камнем. Раствора как такового-то и нет. Так его не должно быть. Ой, нет, да. Это же самая простая технология строительства. Да, соответственно, замковый камень вынимаете, все вот это вот складывается.